Инстардинг представляет. Уилл Смит. 4 минуты, которые изменят вашу жизнь. Знаете, я недавно спорил с одной моей подругой о разнице между виной и ответственностью. Она все время твердит: «Это чья-то вина, чья-то вина». Я же говорю, что неважно, кто виноват, это не решит проблему. Только на тебе лежит ответственность за твое счастье. Например, бессмысленно винить вашего отца, если он был алкоголиком, бил вас с детства и обижал. Ваша обязанность разобраться, что делать с этой травмой и как с ней дальше жить. Ответственность за то, каким будет ваше будущее, лежит только на вас. Глупо все время винить окружающих и оправдываться детскими травмами, почему вы несчастны. Не вините себя, если ваш партнер вам изменил. От этого не будет легче. Ваша обязанность — принять эту боль, прожить ее, научиться и двигаться дальше. Вина и ответственность не работают вместе. Вам поможет только ответственность. Когда кто-то виноват, мы хотим, чтобы они страдали. Хотим наказать их, чтобы они заплатили. Мы хотим, чтобы они взяли и все исправили. Но так это не работает. Особенно, когда речь идет о вас. Ваше сердце, ваша жизнь, ваше счастье — это ваша ответственность и только ваша. Никто не придет и не залечит ваших ран только из-за того, что вы злитесь на них и вините их. Вы сами должны об этом позаботиться. Пока мы с вами тычем пальцем и ищем тех, кто виноват, мы живем жизнью жертвы. А когда вы в режиме жертвы, вы всегда будете страдать. Чтобы быть счастливым, нужно брать на себя ответственность. Ваша жизнь, ваше счастье — это ваша и только ваша ответственность. Еще очень многое зависит от вашего окружения. Я только что увидел цитату, которая мне очень понравилась. «Зажги свою жизнь и найди тех, кто будет раздувать ее пламя». У нас в Филадельфии это звучит так. «Не тусуйся с разгильдяями, которые тянут тебя вниз». Если вы проводите с кем-то время, необходимо, чтобы эти люди подпитывали и вдохновляли вас, раздували ваше пламя. Посмотрите на свои последние 5 сообщений в телефоне. Эти люди раздувают ваше пламя или гасят его? Отложите на секунду ваш телефон и оглянитесь вокруг. Посмотрите на тех, кто вокруг вас. Эти люди подкидывают дрова в ваш огонь или мочатся на него? Люди, с которыми вы проводите время, создают или разрушают ваши мечты. Не все заслуживают вашего внимания. Защищайте огонь своей жизни. И не бойтесь остаться одинокими. Это нормально. Это не значит, что вы слабы. Это значит, что вы достаточно сильны, чтобы ждать тех, которых вы по-настоящему заслуживаете. Если вы осознаете эти простые истины, я вам гарантирую, ваша жизнь кардинально изменится. В течение всей вашей жизни люди будут злить вас, предавать, не уважать и плохо обращаться. Пусть Бог разберется с тем, что они делают, потому что ненависть в вашем сердце сделает вам только хуже, она поглотит вас. Вам нужно отпустить то, что они сделали, этого больше нет. Оцените то, что у вас есть, и работайте с этим для счастливого будущего. И всегда помните одно – счастье внутри вас. Вам нужно просто его найти. Уилл Смит.